Подготовка к Хэллоуину. Не рисует вот тут. Не рисует, нам даже не видать, что ты там рисуешь. А мне видать. Хэллоуин 2021 года. Ну, папа умеет рисовать. Уже натренировался на слонах, на львах. Какая хорошая ручка. Надо ее себе забрать, да, Дим? Кому? Маме, конечно. Айджит и это. Класс. Класс у кого? Тыкве. Нос. Это нос. А не такой косой. Рисуешь. Он не улыбается. Айджит. Эчет. А? Чет. Ну, тут рот, наверное, труднее всего будет нарисовать. Не попробуй. А это такая нарисовать? Куба? Или вырезать? Вырезать. Это такая должно куба? Должно было быть это все вот так вот, да? И потом ну, мы узнаем, как это все будет. Я только учусь, я первый раз вообще вырезаю, поэтому тут не волосы. Надо от меня что-то многого ожидать. Но я надеюсь, что все Дима. Будет. Дим, не надо, волосы как раз не надо. Как называется? Не воняй! Я потом подумаю. Знаешь, как называется тыква на хуле? Как? Джек. Джек? Джек. А я думал, просто тыква. Нет, ее имя есть Джек. Я откуда она взялась, интересно. Вытянул. Да. Как хорошая. Да. Косточки. Так. Ну, эту крышку пригодится, я ее еще накрою. Ну, ты от нее отрежешь. Дима, я работаю с ножом, близко не подходи. Это кубако, бля. Мне нужен. Это косточки. Если получится, будем каждый увидел. Тыкву. И на другие праздники еще не будем делать. Да, но мне то, не только внутренности же надо знать вынуть. А их еще и обрезать немножко. Нет, обрезать не надо. Как не надо? Я думала, я кашу с тыквы завтра варить буду. Там вся высохнет. А ты будешь домой? Я немножко это стригу. А тут ты домой будешь сидеть, следить. Ты увидишь, что мы сделаем, и будет у нас Джек стоять до ночи. А утром я потушу. И съем его. Да? А как горит? Ты все увидишь. А я хочу сейчас. Ну, не все сразу. Я буду очень аккуратно, чтобы торопиться некуда. Да. Мастер-класс по вырезанию носопырок. Я сам первый раз делаю, если я какой я мастер. Носопырка. Я видел, как другие делают. Конечно, надо тренироваться, и может в следующем году я более такую тыкву сделаю мастерскую. Ну, пока только вот такая вот дилетантская. Жень, посмотри. Ну. Я занят. Тут надо, видишь, как бы силу применить, и в то же время надо быть осторожным. Женька. Зая. Женька. Стараюсь. Конечно, ты мешаешь, проходишь. Зуб ему не срежь. Девушка, вот самый трудный это рот. Это ему зубов нужен, наверное. А, чтобы страшнее был. Сам ты не испугаешься. Пойду ночью в туалет. Не дошел. А, ты снимала, что ли, все это? Еще раз покажи. Нет, не больше. Так, Дима, я с ножом работаю. А зачем ты испугался? Еще раз расскажи, Жень, так же. Нет, я пожалуйста. Не знал, что снимаешь. Нет. Ну, пожалуйста. А ты не снимала, слава богу. Ну, пожалуйста. Пойду ночью в туалет, увижу этого Джека светящегося. Я пойду тоже в туалет. Пойду ночью в туалет пописать. Увижу Джека светящегося. Я уезжала. Заодно и покакаю. Я уезжала. Покажи, как это будет. Тихо. Нет, а вот как это будет, я не покажу. Покажи. Вот так.
Ой, господи! Сделал с глазами сердечками, может быть, или такие любовными. Красный цвет ее покрасил. Сделал ручкой. Там, где сыт. Создатель тыквенной мордашки. Дима, обязательно назови, он что-нибудь створит. Ам! Не боишься, Жень? С такой любовью ты его делаешь прям. Не боишься? Ну ты сейчас ему дорежешь. Какашки там. Больше нету, была едина какашка. Она тоже подруба. Она же Филиппа. Ты ему прям большой рот делаешь какой. Очень, она... Вот такой вот. А, это с другой стороны. Не так хоть и бывает лопать. Вот, Юрий. Ой! Может, там подставочку для свечек сделать вот из этой штуки? Опа. Чтобы они так стояли руками. Ловно? Ну, я не думаю, если она там упадет, то она подожжется. Вот мне интересно, как ты ее там будешь зажигать. Это вот гораздо интереснее. Это не проблема. Сейчас покрутим с классом. Это думаешь, как раз не проблема. Ты думаешь, не проблема? Аккуратно, у меня телефон лежит, не забрызгай мне его. Для папы нет никаких проблем. Папа все сделает и все. Не капай, ради вот бога. Если бы у меня было бы еще полотенчик, как бы. Да, пусть без зуба. Так, иди, сейчас самое главное будет. Сейчас будем Что-то они у тебя послетали. Или так надо? Он там не поджарится? Я не знаю. Внутри там. И сварится, ладно. Сразу. За ночь, да? Да. За ночь, да? Засыгай! Костюм! А если два съесть, тогда засыгать, летай! Ну, Зай, ну я же ты... Нельзя же так, я тут... Пространство мне надо для работы. Пространство. Не пространство, а пространство. Пространство. Мне нужно для работы. Пространство. 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 Давай пространство. Зажигай. Пространство. Пространство. Ты сказала. Нет, ты сказал. Пространство. Ты сказал пространство. Ничего не пространство. А то и будет пространство. Не знаю. Только смотри, мне спичку там не брось. Я там буду выжидать. Не волнуйся. Ай. На стол не клади. Не волнуйся. А где у тебя спичка? Она не горящая там. На стол подожгешь еще. Двумя? Спить. Так, все так. Мы вытаскивать. Да.
надо что-то. А, зажглась. Она зажглась. Вот и вторую это, от той зажги просто. Мне еще там висит, что-то уж так клево там. Ну подожди, ты торопишься. Тут видишь, руку просунешь.